Красиво как. Кирпичный с красным кирпича. Красивый домик. Шалфейку нарвала. Чуть-чуть. Много не буду. То потом не выпиваешь в итоге. Как тут ухожу. Не сорнячка, лилии красивые. А то смотри, как будто дорога заросшая там. Елочка. Пойдем, сейчас видите, положим. А тут дерево, смотри, как легло красиво. Рисовать, садиться можно. Это дерево рисовать. Если приедем, если погода будет прохладнее, знаешь. Когда? Ну, вдруг как-нибудь. Может, даже в этом году удастся приехать. Тогда погуляем. А сейчас по погоде я не выкупал. Помнишь, как мы приезжали, по-моему, май месяц был. Ну, прохладно было. Ну, до океана. Такие, смотри, штуки сделаны, чтоб снег не падал. А. Прикольно. Никогда бы не подумала. Думала, огурец опять лежит на дороге. А там забор. А, нет. Может и да. А это не вот этот дом горел-то пару лет назад? А? Сырки бегали, смотри. Вон, ну, смотри, снова все построили. Ну, там что-то, это перенапряжение. Вышли мы в поля, наконец-то. Я так давно мечтала по полям пройти. Наконец-то Женька сказал, ну хорошо. Ну, пойдем только на кусочек поля выйдем. Ну вот давай вот это поле обойдем. Каждый год. Но я же дома сижу целыми днями. Тоже скучаю по полям. Я люблю природу. Она красивая. Так аромат на кинель ходит. А такие ароматы здесь. Цветов. Как классно. Красиво. Как, посмотрите, поля. Хотя, честно говоря, у нас в Оглосе поля более зеленые. Здесь какие-то как в Казахстане выгоревшие поля. А у нас вот прям зеленые. Так вот непонятно, почему так. У нас зеленый, зеленая трава. Просто трава, может быть, другая здесь растет. Духи какие-то. Ой, выкинь, ради бога, только с собой не забирай. Вечно ты домой приносишь всякую гадость. Коллекционируешь. У нас, по-моему, даже полка есть. Называется полка гадости. Уличной. Ну ладно, еще камни, это хоть коллекция камней. А у тебя вообще непонятно, что. Всякие там крышечки, крылышки, козявки. О, цветочек какой красивый. А он какой, смотрите. Цветок. И вот этих вот, кстати, вот очень много синеньких здесь растет. У нас, допустим, на полях на даче их нету. А тут божья коровка. А, Жень, там, представляешь, большая божья коровка несет маленькую. Свою дочку несет на себе. Как большая черепаха. Классно. Убегает, убегает. Так
какие цветы высокие. Ну, трава, видите, в основном желтая такая, как выжженная какая-то. Здесь поля ничем никогда не засаживались, наверное. А у нас на даче многие поля засажены всегда. Здесь тоже, смотрите. Какие цветочки тоже. Здесь классно. Такие цветы, ароматы. Разные. Раньше мы с Женькой здесь постоянно гуляли. Часто раньше ездили в Отрадный до появления Димы. И каждый раз гуляли. Каждый вечер ходили, гуляли. Вот как, когда надо канал создавать. Когда жизнь молодая. Тогда как-то было не особо, что ли, принято. Или не знали просто, что можно вот так создать. Синие цветочки, бугорок, там вот кинель, там вообще, кстати, поля. Там поля прикольные так. Здесь яма большая. Здесь мусорка у нас. Ой. Да, и весь мусор сюда сваливают. Нет, ну это правильно, что в яму, а куда? Они, я так понимаю, не, ну не сюда, в мусорку вообще-то, Жень. А потом эту яму закопаешь, ты думаешь, это все перегниет? Это и есть мусорка большая. Посередине природы, да? Посреди природы. Посреди природы. Так нельзя, там есть мусорные баки. Здесь же животные живут. А тут мусор какой-то, он же не перегниет даже. Удивляюсь все время людьми. Тут тоже, смотрите, красиво как. Удивляюсь я людьми. Как так можно? Сюда же завезли. Почему нельзя было там ставить мусорку около охранника? Почему на мусорку нельзя было это делать? Кто это? Бабушка, коровка какая огромная, смотрите. А-а-а, гигант. Огромная, какая большая, смотрите. Офигеть, давно не видела. Цветочки красивые. Ну, тут хоть еще ветки, ладно. Крышка унитаза. Тут что-то выстрелили, что ли? Там тоже следы какие-то прям. Где? Ай? А, ну синие я видела. Так, у нас там филька похоронен, собачка. Положи, он помнит тебя. А вот здесь вот где-то у нас крыса похоронена. Дуся. Она была дикая. Я купила серую. Ухаживала за ней. Дрессировала, постоянно на руках ее тискала, чтоб привыкала. Она все равно потом одичала. Дикая была, кусалась, не давалась вообще в руки взять. Ну, никуда я ее не делала, я за ней ухаживала все равно. Я помню, клетку открываешь, а она так боялась, прям сразу в угол забивалась почему-то. Ну, я так поняла, наверное, диковатая была. Я уже на тот момент, она была третья по счету. Потом я купила четвертую. А, третья или четвертая даже, да. По счету была. Потом я еще одну купила. Но я мыла ей клетку каждый раз, как все мыла. У нас было на тот момент, получилось, еще плюс две крысы были. В отдельных клетках жили. В квартире там в разных местах стояли клетки. Не знаю, почему она испугалась. Чего-то может. Смотрите, какие-то. Ну, так вот было. Обидно, конечно. Да? Я про крысу рассказала Дусю. Чё? Про крысу Дусю рассказала. А где она лежит? Она где-то вот тут лежит, вот.
Где-то. А, подожди, нет. Вот здесь она. Вот тут она вот где-то здесь лежит точно. Около леса, я помню. Где-то вот здесь. Положи ей тоже от нас. К ней давно не ходили. Она была диковатая, помнишь? А где она примерно хотя бы? Куда положить? Я не помню. Где-то, наверное, вот тут может. Ну ты положи в любом случае. Это было давно уже тоже, кстати. У нее онкология была, ее усыпляли уже, да? Мы ее усыпили. Твоя мама отвезла, мы сюда приехали отдыхать с тремя крысами. Одну усыпили, уехали с двумя. У тебя была Марфа еще. Марфа и еще Люси вторая была. Вот у Люси вторая прям вообще. Я на работу приехала, а ты третью завела. Так мы с тобой ездили же, нет? А, нет. А, за Дуськой мы ездили, а потом ты еще какую-то завела. Ну, у Люси вторая, она такого же была окраса, как Люська первая. Вот этот окрас я... Ну, смотри, давай сходим. Конечно, сходим, давай, Жень. Сам. Конечно, сходим. Как ты думаешь? Очень люблю, кстати, крыс прям вообще-то. Не знаю, мне кажется, это самое классное животное, которое есть. У меня, конечно, был еще кот. Но нет, я хочу крысу. Не мешает, не носится, ничего не дерет. Нет, не мешает, там кушает мало. Кушает очень красиво, мне очень нравится. Чуть-чуть Дима подрастет, наверное. Ремонт мы сделаем в моей комнате. И я заведу. Куплю самую классную клетку. Самую шикарную, красивую. И туда крыску. Одну. Две не буду брать. Они будут ссориться. Одна достаточно. Люси первая была прям вообще, она дожила. Прожила у меня 3 года с лишним. Даже старенькая была, немощная уже, но я ухаживала за ней. Теперь я буду брать определенного окраса крысиков. Чё там? А дерево это так и висит. В прошлом году тоже висело. Нет, там жидкость какая-то есть. А что это там? Есть жидкость. Мягкая земля тут какая. Дай. А рыба не знаю, нет, наверное. Ты куда пошел, Лэ? Да нет, комары съели, поэтому. Ну, Женя. А что тут снимать? Я из озера шутку не добрал. Там вроде как есть жидкость. А где цапля? Да что тут в озеро выступили? Цапля рыбу ест, а тут рыбы там нет. Там тяжело... Ну, а, вот дерево. Красивое. Федор Петрович как вылезет. Федор Петрович? Да. Думаешь, он уже здесь оказался? Какой-нибудь его брат. Брат? Василий Петрович? Цветочки там какие-то. Красиво. Ну, уже болото такое стало, высохшее. Разлива не было. Кстати, на земле, смотрите, очень-очень-очень-очень-очень много этой... Господи, как ее? Кто-то меня кусает, не пойму. Клевер. Клевер, смотрите. Подорожника очень много. Еще чего-то. Классно, тут вообще очень-очень красиво. Там лягушек, наверное, полно. Ветка тут висит. Надеюсь, она мне по голове не даст. Когда-то здесь очень-очень-очень было просто красиво. Нужно найти мне фотографии, наверное. Я диски уже нашла старые. На них должны быть фотографии. Здесь было просто вообще лилии такие, там плавали. Дерево там. Красиво очень было. Дерево. Это лес, господи. Дерево. Лес. Нравится мне гулять по лесу. Очень люблю. Но одно, честно говоря, страшновато. Выйдет вот так маньяк какой-нибудь. Вот тут грибами пахнет, кстати.
сырость, видимо. А, вот тут прям... Ой, прям грибами тут пахнет. Прям классно. Класс как. Как мне всего этого не хватает. Природы, леса, грибов. Обожаю природу. Напишите в комментариях. Ой, кто это там по камере у меня бежит? Напишите в комментариях, любите ли вы природу или нет. И за что вы ее любите, почему? А тут смотрите. Какая штучка. Конечно, в такой обуви ходить не очень хорошо. Классно как. А вот там вот через лес есть еще дорожка. И там получается полянка. На ней мы как-то сектантов видели. Она круглая. И они что-то круглое нарисовали, выжили что ли. Такое. Я один раз было слышно их очень громко вечером, как они там молились. Своему Богу. Еще шалфей вон. Конечно. Сейчас я чуток еще сорву. Еще чуть-чуть. Ай, ай, муравей. Ай, кусает собака. Еще чуть-чуть сорвала. Ой, комар, да что ж такое. Сорвала шалфей еще немножко. Ай, кто меня там кусает? Как красиво. Короче, я сорвала еще шалфей чуть-чуть. Обработаю. Сейчас его сложу в пакетик. И завтра мы уже уезжаем, едем в Самару. Ай. Едем домой завтра. Фух, как красиво, боже мой. Так счастлива, что я попала. Не знаю, это знаете... Хотя, слушайте, вы же понюхаете ароматы. Точно. Понюхайте. Сейчас вот понюхайте. Очень ароматно пахнет. Тут желтый цветочек. Красивый такой. Здесь от Женьки сейчас спрятаться. У меня была старая майка, я бы сейчас на пол легла. И все. Шалфейка. Вот так выглядит, кстати, шалфей. Какие у него листочки. Его не, мне кажется, хотя его можно, конечно, перепутать, если не знать, как он выглядит. Ну так классно, уходить не хочется.